на петунии крупноцветковых розовое небо F1 высевают в конце февраля-марте. Всходы появляются через от 7 до 12 дней. Рассаду высаживают на постоянное место, когда минует опасность заморозков. Культура свето, тепло и влаголюбиво, предпочитает легкие, плодородные, хорошо дренированные почвы. Высота растения около от 25 до 30 см. Период цветения продолжается с июня по сентябрь. Цветки насыщенной розовой окраски, от 7 до 10 см в диаметре. Используются петунии крупноцветковые розовое небо F1 для посадки на клумбах, рабатках, бордюрах, в балконные ящики и вазы. Петуния крупноцветковое розовое небо – это травянистые высотой от 30 до 40 см. Цветет растение в месяц июль, август, сентябрь, октябрь. Окраска цветка светло-фиолетовый. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в сосорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.